Как вы там, друзья? Дамбу я тоже прочистил. И вон до той полянки, где купается полянка, до туда прочистил, там стояночку сделал. Правый берег я расчистил, только не так, как мы ездили, да? А где вот новая дорога, тогда засыпали овражек, где заливчик. Ну, увидите, правый берег я расчистил, туда ребята сейчас проехали до Золотой Полянки, там тоже сделал стояночку. Так что, ну что, блин, полдня чистил-чистил, вообще капец-капецкий, конечно. Отвал у бульдозера у нашего маленький, все пересыпается через лопату. Короче, кое-как полдня там чистил-чистил, прочистил. Вот так, ребят, ну что, по-тихому туда пролетите. Потому что туда уже три машины прошло. Вот. Марат сейчас сказал, тоже на Золотую Полянку приедет. Там места хватит всем. Главное, чтобы клевал, чё. Ну а так что? Как говорится, отдохнете, то вы там устали. Ах, вот так-то. Но помните, друзья, в жизни много будет усталостей. И чем быстрее вы к ней привыкнете, тем легче будет жить. Вообще, не должны чувствовать усталости. Забыть такую усталость. Вот. Так что что, пойду похожу по пруду, посмотрю, как там ребят наши. Наши и не наши, вон еще рыбаки двое приехали там. В заливчике он ставят жерлицы. Вот сейчас они машину туда перегонят, как раз на полянку. Так что, ну что, я думаю, в выходные должно что-то попасться. Вот, вот так-то. Вот здесь вот дорогу я прочистил, и через овражек там нормально пойдет.